너 엄마 집 비싸르죠? 고스러워. 마, 비기. Заставить их полюбить Таджикистан, таджикскую культуру, мусульманскую культуру и огромное количество российского жителей, граждан. Просто заставить их полюбить. И красивейший таджикский язык, один из древнейших, богатейших языков. Аллах Всевышний дал вас достать. Очень приятно. Спасибо. Я сам журналист, но сегодня мне трудно подобрать слова. Я долгое время, когда меня спрашивали о моем любимом фильме, я говорил, что мой любимый фильм – научная фантастика «Интерстеллар». Не потому, что там показаны полеты в дальний космос, а потому, что там показаны отношения отца и дочери. Как он любил ее сквозь пространство, сквозь тысячи километров. «Валлахи», говорю, клянусь Господом, сейчас я буду говорить, что мой любимый фильм «Фортуна» как многодетный отец. Как многодетный отец, который переживает те же самые чувства, которые переживали главные герои. И как сердце разрывалось за дочку, и как через тысячи километров из Таджикистана отец болел за своего сына в Москве. И то, как в этом фильме показано, как поставлен вопрос дружбы, верности, тяжелейшего испытания и соблазна, то, в каких тонкостях показано переживание главных героев, и то, с какой любовью показан братский Таджикистан. Я сам родом из Дагестана. Те же самые картины, тот же самый ландшафт, те же самые дома, те же самые стены в сельской больнице. Все то же самое. И герои похожи на наших отцов, на наших старших дядьев, на наших родственников. Вы такие родные. И самое главное чудо, когда после случившегося на экране оба главных героя предстают рядом. Машалла. Пусть Аллах Всевышний вас бережет. Пусть Он введет вас за то, что вы затронули такие тонкие струны человеческой души в сады Фердауса, иншаллах, за ваши старания, за ваш профессионализм. Пусть соединит он вас вместе и ваших близких в раю, поскольку пророк Мухаммад, мир ему благословение, сказал, что любящие в раю будут с любимыми. Искренне вас благодарю. Рахмат. Спасибо большое. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей.